Всем привет! По сей день у всех есть мощные компьютеры, и после рабочего дня хочется сесть и поиграть под пивасик, любимую контру или танки. На сегодня есть пару способов, которые помогут избавиться от фризов, лагов и незапусков карты. Бывает такое в CS, что не успевает загрузиться карта до начала, и вы получаете бан. Есть несколько на то причин. Погнали! Для начала заходим в свойства CS, параметры запуска, ставим дефолтные команды, которые будут в описании, и выключаем эти две галочки. Дальше заходим в NVIDIA, ставим с упором на производительность. Если вы играете с друзьями в Discord, то заходим в настройки Discord, отключаем аппаратное ускорение, оверлей и игровую активность. И ставим белую тему. Потом заходим в мой компьютер, свойства, дополнительные параметры и делаем то, что показано на видео. Может еще поможет загружать вам быстрее карты, повторяю, может помочь очистить диск и компьютер, прибавив там 5-10 народных FPS. Если у вас 4 оперативы или еще хуже, то я купите себе двумя планками по 4, чтобы вышло в двухканале 8 гигабайт, потому что в современном мире 8 гигабайт это очень важно, ребят. А еще лучше, купите себе компьютер, че вы мучаетесь? Кому помогло, ставьте лайки и делитесь проблемами в комментах. Будем решать их вместе. До новых встреч.